Руслан, насколько можно говорить, что действительно есть какой-то запрет, и Украина его соблюдает, использовать то самое оружие, которое поставляется им для защиты своей территории? Здесь граница получается довольно-таки нечеткой, потому что, наверное, нужно разобраться с тем, что мы имеем в виду под западным оружием. Просто сейчас, когда вот последние дни идут дискуссии о возможности применения Украиной западного оружия по объектам на территории России, на самом деле имеют в виду не вообще все западное оружие, а, как правило, там только американское, например. И в этом контексте говорят о разрешении каком-либо. Ну, тем более, что Америка – основной поставщик вооружений для Украины. Но на самом деле, если говорить про другую номенклатуру, западную, то часть ее, она уже применялась по объектам на территории России. В частности, я там о сроках своих об этом регулярно говорил, сербские и чешские реактивные снаряды для РСЗО, они применялись там по Белгородской области и самому Белгороду не раз. Мы прямо находили их обломки, идентифицировали, там никаких сомнений нет. Плюс была история прошлогодняя, когда была устроена, по сути, такая воздушная засада, и были сбиты за один день 4 летательных аппарата в воздухе над Брянской областью России. Были сбиты 2 вертолета и 2 самолета. И сейчас уже ни для кого не секрет, что это был комплекс Patriot, то есть американское оружие. Вот это, как раз, было западное оружие. И вот сейчас, как раз, год спустя, мы вот, по сообщениям от многих там, политиков, чиновников узнаем, что, оказывается, после того инцидента был такой внутренний, скажем так, скандал, который просто не вышел наружу в паблик, между Германией и правительством Украины. И Германия была очень возмущена, потому что фактически этот Патриот, который был использован, передала Украине именно Германия, и они были возмущены, как так, почему вы нарушаете запрет, почему вы используете оружие, которое передали мы, для по объекту на территории России. Типа, не делайте больше так, иначе мы там какие-то там типа меры введем против вас, там, не знаю, ограничим поставки вооружений или еще что-нибудь в этом роде. И, видимо, по этой причине мы больше толком не видели применения комплекса Patriot именно по объектам на территории России, вот, чтобы они где-то летали там в воздухе на территории России. Среди всего в этом была причина. Сейчас на волне всех этих новых обстрелов России по Харькову, Харьковской области, другим городам украинским пошла новая волна. Дискуссия по поводу всех этих запретов, ее дополнительно поддерживает Владимир Зеленский в разговорах с дипломатами, чиновниками и руководителями разных стран. Вроде бы как, судя по сообщениям в Washington Post, они выпустили статью со ссылкой на неких американских чиновников, анонимных, не представленных по имени. Говорят, что вроде бы как раз таки по комплексу Patriot дадут разрешение сбивать там те же, например, самолеты боевые российские, которые угрожают там безопасности Украины, которые, то есть, допустим, пускают там ракеты или авиабомбы по объектам на территории Украины, даже если эти самолеты будут в воздушном пространстве над территорией России. Но пока что, как видите, это было в формате такого мнения анонимного американского чиновника. Хотя, в принципе, судя по контексту событий, все примерно к этому и идет. При этом по оружию нападения, скажем так, ну, то есть вот ПВО, это, по сути, грубо говоря, считается таким оружием защиты, оружием обороны. И поэтому его можно будет применять по военным объектам на территории России, ну, к воздушным целям. А по оружию нападения, таким как ракетам «Атакамс», реактивным снарядом GBLRS для Хаймерса. А судя по всему, по ним пока что позиция Америки не изменится. Вот буквально в ходе всей этой дискуссии многодневной были заявления представителей администрации Байдена, которые сказали, что типа наша позиция никак не поменялась. Мы по-прежнему не, ну, считаем, что такое оружие должно применяться только по объектам на территории Украины. И, честно говоря, вся эта ситуация довольно-таки печалит и лично для меня она попахивает даже каким-то таким вот лицемерием. А почему? Потому что вот и мы, и там европейские чиновники, и американские чиновники все хором говорим, что мы желаем Украине победы, Украина там должна победить, и мы будем поддерживать ее, но при этом как-то вот уже 2 года подряд всего этого полномасштабного вторжения накладываем такие вот ограничения, которым очень успешно пользуется Россия, потому что она берет, спокойно летает вдоль границ своих, и пускает оттуда ракеты, авиабомбы. И тем самым, во многом благодаря этому было обеспечено и продвижение в Харьковской области. Вот атака на Харьковскую область. Да, понятно, что по итогу она была, на мой взгляд, абсолютно провальной.
Вот. Но тем не менее, если бы не было авиации, если бы она не могла бы свободно действовать в приграничном воздушном пространстве, то, я думаю, результат еще хуже был бы для российской армии по части атаки на Харьковскую область. Руслан, а как вы думаете, сами себе объясняют, в том числе те, кто принимает такое решение? Почему нельзя дать Украине бить по этим объектам западным оружием? Ну, пока что у меня закрадываются только те же идеи, которые были все эти там 2 года, что, видимо, многие западные чиновники по-прежнему полны вот этих вот, на мой взгляд, абсолютно надуманных страхов, что если дадут такое разрешение, то будет какая-то прямо суперэскалация и будет прямо совсем плохо. Ну, на мой взгляд, мы уже видели много практических примеров, что никакой подобной ситуации ни разу не подействовал. То есть, скажи раз, когда Путин и другие кремлевские чиновники угрожали ответными мерами за поставку танков, за поставку атакамсов, за поставку дальнобойных атакамсов, и каждый раз ничего не происходило после всего этого. Возможно, есть еще и тот момент, что опасаются, что такое западное оружие будет применено по каким-нибудь гражданским мирным целям. Потому что, в принципе, опять же, на мой взгляд, ни для кого не секрет, что уже было много примеров обстрелов по гражданским российским целям с применением там, площадного оружия. И, конечно, никому американскому чиновнику не хотелось бы получить новостные кадры, где мы видим какую-нибудь ракету «Атакамс», прилетевшему по какой-нибудь жилой населенной улице в том же самом Белгороде, где было бы там много погибших, много раненых. Никому бы таких новостей бы не хотелось. Как это примерно сейчас происходит с Израилем и Палестиной, где тоже применяется там, в том числе американское оружие, и тоже массово гибнут гражданские, и это вызывает гигантские скандалы и ответные меры. Но я, честно говоря, все-таки настроен в этом плане более позитивно, при том, что часто меня, кажется, упрекает аудитория, что типа вот, я там подчеркиваю некоторые украинские военные преступления. Но по части именно высокоточного оружия, таких как Атакамс и GVLRS, я думаю, что все-таки их будут чаще применять именно как раз-таки по военным целям. То есть в этом плане я более позитивно, скажем так, настроен. А то, что иногда обстреливают и Белгород, и другие населенные пункты с помощью площадного оружия, то это фактически было бы постоянно такая вот ответная мера, ответная реакция, то есть типа око за око, как я это вижу, как, почему так иногда действуют украинские военные. Вот, поэтому я считаю, что все-таки эти ограничения, конечно, нужно было бы снять и разрешить высокоточное оружие применять по объектам на территории России. Да, отдельно дополнительно подчеркиваю, что оно должно применяться там только по военным целям. Ну, хотя, в принципе, это и так логично. Руслан, если говорить о том, насколько это способно действительно поменять картину на фронтах, на поле боя, насколько это действительно сегодня решающее преимущество российских войск, что они могут чувствовать себя спокойно, бить по какой территории они хотят, а у Украины как будто бы связаны руки. Часто мы слышим именно такую картину. Я считаю, что это действительно так, особенно в контексте какой-нибудь там Харьковской области. Потому что если мы говорим, например, про Херсонское направление, Запорожское направление, то там, по сути, до этой территории, до оккупированных территорий, до линии фронта российская авиация лететь долго, далеко, если она летит там с какого-нибудь там Краснодарского края. А сейчас вся оккупированная территория находится в зоне поражения дальнобойных атакамс. Поэтому размещать авиацию даже в Крыму уже небезопасно. Поэтому и мы видели прилеты атакамсов по аэродромам в Крыму и довольно-таки успешные. И поэтому есть нюансики, скажем так, есть отдельные вопросики по части того, как дальше авиации поддерживать какие-нибудь боевые действия вот в этой части оккупированных территорий. В этом плане пока что для России благо, что там никакого активного там наступления, такой атаки не идет. Поэтому и не требуется так активно авиация. В Харьковской области, где атака идет, там авиация требуется, но там у авиации большое преимущество, потому что она спокойно кроется у себя там на своей территории в России и понимает, что туда атакамс не прилетит. Даже если аэродром будет находиться там буквально там, не знаю, 15 километрах от границы с Украиной, они могут спокойно там, на виду у украинцев действовать, заправлять самолеты, подвешивать под них там авиабомбы и летать и наносить удары. Многие, конечно, могут здесь еще поспорить, потому что был пример с белгородским аэропортом, где сбили Ил-76 с украинскими военнопленными. Но все-таки одно дело, когда у вас бывают такие исключения, другое дело, когда у вас такая постоянная практика, как это было с Крымом и мирных территорий. Поэтому в этом плане, конечно, все-таки
На мой взгляд, это поменяло бы расклад. То есть, если бы Украина смогла бы бить атакамсами там, по аэродромам в Ростове каком-нибудь, в Воронеж. Вот сейчас Воронеж активно используется вместо Белгорода, что Белгород сбили самолет, поэтому Белгород не используется. Если могли бы пускать атакамсы, то пришлось бы авиацию отгонять еще дальше. Тем самым это было бы еще сложнее для России поддерживать свои наступления по земле или просто в целом бить по Украине. Давайте попробуем тогда воссоздать логику диалога Украины и Соединенных Штатов. Вот они, Украина говорит, вот есть аэропорт, там, Балтимор, да, он называется, в Воронеже. С него сейчас идет атака на Харьков. Разрешите нам ударить. Американцы что отвечают? Там рядом жилые районы, мы вам не разрешаем? Судя по всему, они, в том числе и украинским партнерам, именно вот в ходе такого даже приватного диалога, как я это вижу, отвечают, что это повлечет там какую-то эскалацию. Хотя при этом, возможно, у себя в голове эти американские чиновники держат в голове еще такую мысль, что мало ли, куда они там, эта ракета пышная украинцами прилетит, они нам скажут, что они бьют по аэродрому, а потом мы увидим, что она прилетит там по самому Воронежу. Может это такое быть? То есть мы, я здесь в голову залезть, конечно, как американским чиновникам не могу, но подозреваю, что, наверное, такая мысль у них в голове тоже кроется. Ну, вот мы несколько раз упомянули Харьков, и несколько дней назад там произошла очередная жуткая трагедия. На торговый центр была сброшена авиабомба. Или что привело к такому взрыву? Что мы сегодня можем уверенно говорить об этом жутком происшествии? Мы пока затрудняемся в идентификации, что это была именно конкретно авиабомба или ракета. Их вообще, кстати, было как минимум две, потому что на видеозаписях мы видим такие два очень характерных прилета. Есть прям видеокадры, где это что-то, это летит и попадает прямо в торговый центр, но там настолько плохое качество видео, что по этим пикселям не поймешь однозначно, что это там авиабомба, ракета или что-то еще. Вот. Но тот факт, что их прилетело две штуки, сразу, на мой взгляд, однозначно отбрасывает версию с каким-нибудь там перехватом ПВО. Допустим, украинское ПВО перехватывало летящую российскую ракету, и поэтому она упала на торговый центр «Эпицентр». Если бы это было бы так, то ракета была бы не больше одной. Потому что, ну, не может быть так два его перехватывать, и обе падают в одну и ту же самую точку. Поэтому это однозначно прилет именно туда, куда и хотели. Плюс, конечно, вот это вот дальнейшее истерия в пропагандистских СМИ. Хотя, конечно, на это не совсем правильно ориентироваться, потому что мало ли, что там они говорят. Интереснее было бы послушать, что говорят военные чиновники, но их комментариев у нас нет. Но вот тот факт, что они там утверждают, ну, пропагандисты российские, что якобы торговый центр был закрыт, он не использовался, что там было храниться боеприпасы, и что те видеозаписи, где мы слышим хлопки в горящем торговом центре, что это взрывы боеприпасов, ну, как бы, эти моменты показательны, потому что есть видеозаписи с камер наблюдения изнутри торгового центра, где мы прям видим, как посетители торгового центра гуляют по торговым рядам, и там происходит просто взрыв. А по части хлопков, сколько там и было, и в том числе строительная секция магазина, то есть где производится стройматериалы, то, наверное, это какие-нибудь там газовые баллончики, условно, там газовое оборудование, что-то такое могло взрываться. Там шифер даже банально, он в огне в тоже так неплохо щелкает. В конце концов, лакокрасочные изделия, которые тоже могут в банках взрываться. Да. Да, поэтому у нас нет никаких сомнений, что это был такой явно намеренный удар по торговому центру, очередное военное преступление. Я не думаю, мне подозревают, что, скорее всего, опять это причина плохой российской разведки, которая никогда толком не перепроверяет цели, не перепроверяет информацию. Мы уже видели много-много примеров за эти 2 года войны, когда полагаются буквально там на 1-2 сообщения какого-нибудь очень недоверенного источника, что вот тот объект – это военный объект. Другой такой характерный пример, который тоже могут вспомнить все, тоже, кстати, Харьковская область, поселок Гроза, где какой-то ждун, скажем так, он просто сообщил, что будут поминки, там будут украинские военные, российские военные ударили по этим поминкам, а оказалось, что это были не военные абсолютно, это были все гражданские, и погибли там десятки человек. Вот, скорее всего, нечто подобное произошло и с торговым центром «Эпицентр». Но, опять же, если говорить про западную помощь, снова на повестке самолеты F-16, что с ними сейчас происходит? Насколько, опять же, их появление в случае каких-то ограничений будет полезным или будет бесполезным? Ой, с ними как раз-таки тоже такая очень мутная история продолжается, как и с этой
чешской инициативы по покупке боеприпасов за пределами ЕС, там тоже произошло мутно все, хотя там обещали когда-то, что они уже в апреле поступят эти снаряды. Также и по F-16. С одной стороны, все последние все заявления, которые мы слышали в течение весны, до середины весны, говорили, что вот конец мая выпускается первые 12 пилотов украинских, то есть, соответственно, это хватает для 6 самолетов. И Дания конкретно собирается одновременно с этим поставить первые 6 истребителей F-16. И все предполагают, что это конец, соответственно, где-то конец мая. Начало июня появятся F-16 первые в воздухе над Украиной. Но судя уже по новым сообщениям, которые за последние там, пару недель были, от европейских чиновников, от украинских чиновников, таких как премьер-министр Украины Денис Шмигаль, они говорят, что все-таки летом. Ну, то есть, как бы намекают, что все-таки не начало июня, а скорее, наверное, где-то даже июль, к сожалению. С чем связаны очередные такие задержки, пока непонятно. Ну, у меня такое предположение, что, возможно, какой-то вторичный персонал еще недообучен. То есть, мало нужно, чтобы был не только ведь пилот готов. Нужны инженеры на земле, обслуживающий персонал, нужна вся наземная инфраструктура для обслуживания этих самолетов. Только когда все ключевые моменты цепи будут готовы, только тогда можно поставить F-16 первые и применять их в зоне боевых действий. Конечно, 6 F-16 это пока что совсем ни о чем. Они, конечно, никакого эффекта принести толком, прям вот заметного для войны не могут, но как бы это с чего-то вот начинают, хотя бы вот с такого-то вот количества. Дальше, опять же, вопрос по части применения F-16. Опять же, тоже западное оружие. И вот здесь возникают вопросики. Буквально на днях была встреча Зеленского с, по-моему, премьер-министром Бельгии, где вот второй говорил, что да, мы F-16 передадим, от Бельгии они будут позже, они будут в конце этого года и еще и в следующих годах тоже. Но Украина обязуется применять их только на территории Украины. И вот что это значит? Можно ли, допустима ли такая ситуация, что F-16 находится в воздухе над Украиной, российский бомбардировщик находится в воздухе над Россией, но F-16 пускает из своего воздушного пространства ракету, ракета пересекает границу и поражает российский бомбардировщик? Можно вот так или нет? На данный момент непонятно, потому что такие все эти заявления, к сожалению, абсолютно обтекаемые. Вот. Но мы надеемся, что такое разрешение все-таки дадут. Потому что это важный момент, что все-таки эти F-16 нужны как такой элемент противовоздушной обороны. И дальше, чем больше этих самолетов будет становиться, тем более заметные эффекты они будут оказывать на ход войны. Будут отгонять в том числе российскую авиацию и снижать эффективность российских авиаударов там, по земле, которые поддерживают наступательные действия по земле российских. Но, повторюсь, это будет зависеть от количества. Пока что 6 штук это все-таки мало, но опять же еще зависит от того, сколько дадут ракет к этим самолетам. Но вот как раз именно в эти дни российский МИД начал угрожать Западу по поводу F-16 и какие-то заявления делает, что он расценивает это как эскалацию ядерной угрозы. Вам понятно почему? Да, понятно, потому что других элементов рычагов шантажа и давления в России нету. Они никак там свифтов или других платежных систем отключить Америку не могут. Никакие там активы Национального резервного банка США они арестовать не могут. Все, что у них остается в рукаве в качестве козыря, это вот такая вот ядерная дубина, которую они угрожали уже много раз. То есть, видите, как я говорю, что это вот чуть ли не дословно повторяется та же самая угроза, которую мы эти все 2 года слышим, только каждый раз это по разным причинам. То это какие-нибудь танки, то это хаймерсы, то это атакамсы, то вот теперь вот F-16, дальше будет еще какая-нибудь причина поугрожать. Но я уверен, что каждый раз это ничем толком заканчиваться не будет. Это просто такая типичная чекистская разводка, как это мы в России называем. Такой просто блеф взять на испуг. Я уверен абсолютно, что при этом никаких последствий не будет. И вот эти вот все учения с применением нестратегического ядерного оружия, тоже это просто такая вот страшилка, которая на самом деле и в прошлом году тоже происходило, ну, эти учения. И на них ведь, по сути, само по себе ядерное оружие даже в самих учениях не используется. Они используют только вот макеты для отработки просто порядка действий. Кто как действует, как выступает, кто за кем следует. Поэтому это просто какой-то элемент шантажа со стороны российского руководства. Руслан, а вот эти удары по объектам наблюдения, которые были в Краснодарском крае и по в Оренбургской области, что это за объекты такие и чем Украина до них достает?
Если я правильно сейчас дословно вспомню, это объекты дальнего, там, загоризонтного обнаружения по части Крымского ядерного предупреждения, обнаружения там баллистических ракет, вот такого для случая какой-нибудь там масштабной там, Третьей мировой войны, условно говоря. Вот. И как я читал последние вот сообщения от украинской стороны, они говорят, что эти объекты используются для наблюдения за действиями украинских военных. Я не знаю, так это или не так, и способны ли такие объекты вообще каким-то образом помогать в этом наблюдении, то есть дают ли они какую-то прям такую критически важную составляющую, которую невозможно обеспечить другими комплексами там, ПВО, РЛС-ками, которые находятся ближе к украинской границе. Вот этого момента я не знаю. Но уже вижу, что сейчас как раз-таки в контексте обсуждения снятия ограничений для Украины на применение западного оружия по объектам территории России, там особенно этим, вот этими ударами обеспокоены там американские чиновники, европейские чиновники, потому что, наверное, они не хотят такой ситуации, когда фактически Россия ослепнет из-за поражения этих объектов, то есть они будут нерабочими. И тогда будет еще больше риски того, что Россия не будет знать, действительно запустили какое-нибудь там условное ядерное оружие по ней или нет, поэтому подумают, что запустили, и применить свое ядерное оружие, а на самом деле его не запускали. То есть, видимо, вот такие страхи дополнительно из этого появляются у американских и европейских чиновников, и в целом они, судя по всему, этими ударами недовольны. И, в принципе, я на самом деле даже вижу последние там, недели, как многие там, наши западные коллеги, в плане военной аналитики, эксперты, исследователи, они тоже несколько удивлены этим ударом, считают, что на самом деле по таким объектам бить не стоит, потому что весь мир заинтересован в том, чтобы такие объекты у России были в рабочем состоянии, чтобы Россия точно знала, что по ней пока что, как по крайней мере, никто никакого ядерного оружия не запускал, поэтому пускай она пока что свое ядерное оружие в ответ тоже не запускает. Руслан, последний вопрос. Изучаете ли вы в Conflict Intelligence Team морально-боевой дух и российской, и украинской армии? И если да, то как бы вы могли и в той, и в другой армии его охарактеризовать? Стараемся наблюдать, легче наблюдать за российской армией, потому что по ней информации у нас там гораздо больше, и источников больше, вот там за украинской сложнее. Ну, в целом видно, что обе стороны очень устали от войны, и много есть солдат, подразделений, которые там все 2 года находятся безвылазно на линии фронта, и даже без ротации, в том числе до сих пор есть такие примеры, даже в том числе и украинской стороны, об этом тоже много говорится. Плюс вся эта вот ситуация с атаками то под Авдеевкой, то там на Харьковской области, то там какой-нибудь Запорожской области вынуждает Украину использовать тактику, как ее прозвали многие исследователи, тактику пожарных бригад. То есть есть вот такие особо профессиональные, особо подготовленные подразделения у Украины, которые в случае какого-то условного пожара, ну, то есть там опасная ситуация, как это было, прорыв под Авдеевкой, наступление на Харьковскую область, а их моментально туда перебрасывают, чтобы эту ситуацию подавлять и пресекать. И это приводит к тому, что такие подразделения фактически остаются вообще без отдыха. То есть, когда у них что ни день, то новая какая-то опасная ситуация, которую нужно там срочно ехать и как-то пресекать. И, конечно, они еще больше в этом плане выдыхаются. Это, конечно, момент тоже очень сильно давит на украинскую армию. При этом у России, на самом деле, тоже проблемы с личным составом, они гигантские. То есть в этом плане наша команда не согласна с оценками и украинской стороны, и некоторых западных аналитиков, что якобы Россия вербует по 30 тысяч человек в месяц новых на войну. Все данные, которые мы видим по части такой вербовки людей, говорят о том, что есть острый дефицит таких людей, и по этой причине многие регионы России продолжают кратно увеличивать эти региональные выплаты за подписание контракта. Это прямо свидетельствует о том, что не получается эти 30 тысяч человек в месяц набрать. А поскольку этих людей 30 тысяч человек в месяц нету, то и не получается воспользоваться какой-либо ситуацией на линии фронта. Не получается воспользоваться ситуацией с отвлечением украинских сил там, на Харьковской области и развитие наступления какого-то Донецкой области. То есть в этом есть острая проблема. По части украинской стороны, вот буквально на днях был комментарий бывшего главы СБУ Наливайченко, который сказал, что из-за того, что у нас случился такой наплыв новых людей, ну, видимо, из-за того, что уже зачили закон по мобилизации, то мы типа сократили срок обучения мобилизованных с 2 месяцев до 1,5, потому что не хватает учебных центров. Я не знаю, насколько это вещи правдивы или нет, но если как бы верить им, то получается, как будто бы сильно этот закон украинский принятый дал свой эффект, дал свой результат, и, видимо,
будет формироваться сейчас новое подразделение Украины. Но в целом, да, обе стороны очень-очень устали от войны. Если мы говорим конкретно про солдат.